Вторая мировая война, развязанная нацистской Германией, вовлекла в свою орбиту более 60 государств с населением в 1 700 000 000 человек. 4/5 человечества. Вся Центральная Европа оказалась под пятой германского фашизма. Немецкие войска неудержимо рвались на восток. Красная армия, ведя кровопролитные оборонительные бои, отходила к Москве. Здесь враг был остановлен и отброшен. Наступил 1942 год. Противоборствующие стороны готовились к решающей летней кампании. Herr Oberleutnant. Господин обер-лейтенант, я записал чужой передатчик. Передача велась из Берлина. Этого не может быть. В Берлине чужой передатчик. Вы что-то напутали. Я тоже записал позывные Пета-Х. Господин Рейхсфюрер, я должен поставить вас в известность. Служба радиоперехвата обнаружила в нашем тылу вражеские коротковолновые радиостанции. Эти пианисты? Какие еще пианисты? Так их зовет служба контрразведки. Эти пианисты работают в Берлине, Амстердаме и Женеве. О чем же сообщается в перехваченных телеграммах? Господин Рейхсфюрер, радиотелеграммы, к сожалению, пока не поддаются расшифровке. Приказываю немедленно поймать пианистов. Вы, наверное, уже знаете, Бог, что я взял на себя командование сухопутными силами. А вас я вызвал, чтобы назначить командующим группой армии Юг. Но я не смог взять Москву, мой фюрер. Не будем вспоминать прошлого. Советы уже в следующее лето будут разгромлены. Я намереваюсь пока в центре фронта не проводить больше наступательных операций. Моей целью будет наступление на Южном фронте. Я решил сосредоточить все основные силы и предпринять удар в направлении Кавказа. Это направление важнейшее. Нужно выйти к кавказской нефти. Гальдер, доложите план операции «Блау». Мой фюрер, основа плана операции «Блау» — быстрый поворот крупных танковых сил от Воронежа к югу. Танкам предстоит двинуться на предельных скоростях вдоль Дона, затем к Сталинграду. И, соединившись с Харьковской группировкой, наступать на Кавказ. Одновременно проводится имитация наступления на Москву. Это будет маскировочная операция под названием «Кремль» с применением всех способов дезинформации. Пока русское командование поймет, что удар нанесен не на Москву, а на юг, все задачи по окружению и ликвидации южной группировки советских войск будут выполнены. Когда это удастся сделать, перед нами откроется путь на Кавказ. А дальше перед нами Индия. Главное, быстрее двигаться на юг и одновременно сковать резервы русских у Москвы. Ни в коем случае не трогать 70 дивизий, которые находятся в центре. Но, мой фюрер, для операции «Блау» берите войска где хотите. У всех наших союзников 70 дивизий в центре должны все время висеть, как дамоклов меч над Москвой.
Разрешите обратиться? Обер-лейтенант Шульце-Бойзен. Харро, если помните. Ну как же, Харро. Давно я тебя не видел. А как поживает твой отец, мой дорогой Эрих? Отец сейчас участвует в блокаде Англии. В своих письмах он всегда просит передать вам привет. Благодарю. Господин фельдмаршал, вы были сейчас у фюрера и получили новое назначение. Да, я назначен командующим группой армии Юг. Поздравляю вас, господин фельдмаршал. У меня к вам личная просьба. Я служу в штабе ВВС и хочу перевестись в действующую армию, чтобы участвовать в наступлении. Но рейхсмаршал Геринг не отпускает меня. Говорит, что приказ о развертывании войск будет еще не скоро. Торопитесь, мой друг. Вам надо успеть не позднее мая. Желаю удачи. Благодарю, господин фельдмаршал. Там ничего не слышно, еще слишком рано. Тревога. Выключай рацию. Что случилось? Посмотри, облава. Давай мне передатчик и принеси самый лучший чемодан. Из Берлина больше передавать нельзя. Последний раз. Это очень важно. Эту ночь Харро Шульце-Бойзен передал в центр директору: развертывание войск для наступления на Кавказ произойдет к 1 мая 1942 года. Корро. По агентурным сведениям из Германии, крупные силы немецко-фашистских войск сосредотачиваются на южном участке Советско-Германского фронта. Не всяким агентурным данным можно верить. Доложите лучше, как расценивает Генштаб наши планы на лето 42-го года? Что касается наших планов на весну и лето 42-го года, Генштаб полагает, что мы пока еще не имеем достаточно сил и средств, чтобы развернуть крупные наступательные операции. На ближайшее время следует ограничиться активной стратегической обороной. Но не сидеть же нам в обороне, сложа руки, и дожидаться, пока немцы нанесут удар первыми. Разрешите, товарищ Сталин. Вверенные мне войска юго-западного направления сейчас в состоянии нанести немцам упреждающий удар. Речь идет о крупной наступательной операции
с выходом наших войск на линию Гомель-Киев. Ух ты! Ишь, куда замахнулся? А что думает Жуков? Я полагаю, что в настоящее время мы не можем проводить крупную наступательную операцию. Для этого нужны резервы, которые вы держите, товарищ Сталин. Резервы нужны для обороны Москвы. Садитесь. Наиболее крупная группировка немецких войск, 70 дивизий, находится на московском направлении. Это дает нам право полагать, что с наступлением лета враг попытается нанести сокрушительный удар именно на центральном направлении. Агентурные сообщения из Германии пахнут дезинформацией. Я поддерживаю мнение Бориса Михайловича Шапошникова об активной стратегической обороне, но наряду с этим надо провести ряд наступательных операций. Надо согласиться с предложением Тимошенко и нанести удар по харьковской группировке врага. Спасибо за доверие, товарищ Сталин. Операцию проведете наличными силами. И имейте в виду, резервов не получите. Наступать на Харьков без дополнительных резервов – это обреченное дело. Почему ни ты, ни Шапошников не сказали им об этом? Бесполезное дело. Ты видел его лицо? И от агентурных сообщений из Германии тоже быстро отмахнулись. Мая 1942 года войска Юго-Западного фронта перешли в наступление, прорвали оборону противника и продвинулись до 50 километров в направлении Харькова. Мая 11 дивизий фельдмаршала фон Бока ударили во фланг наступающим войскам Юго-Западного фронта. Товарищ Сталин, обстановка на Юго-Западном фронте критическая. Необходимо срочно прекратить наступление на Харьков. Я разговаривал с маршалом Тимошенко. Он считает, что наступление надо продолжать. Товарищ Сталин, я вновь прошу вас остановить наступление. Возникла угроза окружения. Соедините меня с Хрущевым. Здравствуйте, товарищ Сталин. Есть серьезные опасения. Не следует ли прекратить операцию? Товарищ Сталин, меры, которые принимает командование, будут вполне достаточны, чтобы отразить удар с флангов. А потому, я думаю, нет оснований для прекращения операции. Продолжайте наступление. Хрущева! Яландыш! Яландыш! Прошу разрешить отход! Прошу разрешить отход! Перехожу на прием! А
Молчат, сволочи. Что здесь происходит? Да вот, трусов расстреливаем. Пулеметы немцам оставили. Не убивайте нас. Мы искупим. Искупим. Развяжите им руки. Вы не имеете права. Я начальник особого отдела. А я член военного совета фронта. Мне нужны бойцы для Отечественной войны. Мало понастреляли. Садитесь на танк. Учтите, я буду жаловаться. Давай. На стол. Зачем на стол? У вас кость торчит и кругом воспалено. Если я пожалею вашу ногу, вы умрете от газовой гангрены. Я всех перестреляю к ядрене матери! Немедленно отправьте меня в Москву! Да как вы смеете? Как ваша фамилия? Хрущев. Старший лейтенант Хрущев. Я приказываю немедленно отправить меня в Москву. Серьезное поражение русских войск в районе Харькова резко изменило соотношение сил на всем южном крыле Восточного фронта. События развиваются в полном соответствии с общим замыслом Верховного командования. Мы приблизились к нашей основной задаче – осуществлению генерального наступления операции «Блау». Для проведения главной операции привлекаются 92 дивизии, 1260 танков, более 1600 боевых самолетов. Наши танковые клинья врежутся в расположение врага, как горячий нож в кусок масла. Но русские не должны знать ничего. Оперативные приказы передавать только устно. За нарушение – смертная казнь. Гестапо и Абвер головой отвечают за сохранение тайны. Перед операцией Блау тыл надо очистить от шпионов противника. Пеленгационная служба засекла работу передатчиков в Праге, Цюрихе, Брюге, Амстердаме, Брюсселе. В
поисках радиостанций использовались разведывательные самолеты. Они летали над городами, снабженные пеленгаторами. Пока, к сожалению, без результатов. Привлечь лучших криминалистов Германии. В Брюсселе, Брюгге, Амстердаме держать своих людей в каждом полицейском участке. Проверить всех жителей этих городов. Действовать, Гейринг, действовать немедленно! На след таинственной капеллы привела чистая случайность. Случай, который раньше объяснялся божественным провидением. Могу ли я поговорить с комиссаром полиции? Его сейчас нет. А что у вас случилось? Видите ли, я Карл Ливенс, коммерсант. Проживаю по улице Атребаты, дом 101. В соседней квартире живут две француженки. И вы понимаете, мы стали замечать, что к этим девицам часто наведываются мужчины. Моя жена прямо сказала, может быть, у нас под боком притон разврата? Что вам так мешают эти девчонки? Мы набожные католики, и мы не можем мириться с аморальными поступками. В районе бульвара где-то работает передатчик. Нам надо воспользоваться случаем и осмотреть этот дом. Вы сказали, улица Атребаты 101? Так точно. Хорошо. Мы проверим, чем занимаются ваши француженки. Останься здесь. Кто вы такие? Я Софи Познанска, француженка, из Бордо. На каком основании вы ворвались ночью в нашу квартиру? Документы. Какая же ты француженка? Не можешь связать двух слов. Кто ты такая? Можешь говорить по-немецки? Ну, хорошо. Не хочешь отвечать на вопросы? Поговорим завтра. Документы. Я ничего не знаю. Я только выполняла обязанности домашней хозяйки, готовила и мыла полы. Я ничего не знаю, честное слово. Приведите ко мне Познанску. Как фамилия радиста? Я не знаю его фамилии. Он иногда приезжал, оставался ночевать и тогда просиживал у передатчика до утра. Больше вы о нем ничего не знаете? Ничего. Господин Гауптштурмфюрер, арестованная Софи Познанска покончила самоубийством. Что? Скрыла вены осколком стекла. Она слишком много знала и предпочла смерть. Расшифровали радиограммы радиста? Нет, но среди колонок цифр есть две незашифрованные радиограммы. В них излагается какой-то план Блау, операция по захвату Сталинграда и Кавказа. Что?
Этого не может быть. Это катастрофа. Противник проник в самые сокровенные тайны высшего командования. Как теперь докладывать фюреру? Что делает Абвер, имперская безопасность? Где контрразведка? Если трибуналы не способны бороться с предательством, я найду средства. Я не потерплю, чтобы мне мешали победоносно закончить войну с большевиками. В будущем о действиях противника в нашем тылу докладывать мне лично. Срок операции Блау отложить. Бок, подумайте о маскировке операции. Но план всей летней кампании не может быть изменен. Главный удар подготовить не позже конца июня. Вы полетите коротким путем через линию фронта. Наша авиация на этом участке имеет полное преимущество в воздухе. Но могут быть зенитные батареи. Русские плохо стреляют, майор. Без колебаний, Рейхель. В портфеле майора Рейхеля лежал подготовленный немецкой разведкой ложный приказ о начале наступления 22 июня 1942 года. Перехваченные документы противника не вызывают сомнений. Самолет, видимо, потерял ориентировку, попал в сферу нашей зенитной артиллерии и был сбит. Офицер в звании майора пытался скрыться, но был убит в перестрелке. По нашей оценке, замысел противника сводится к следующему. Противник стремится нанести поражение нашим фланговым армиям. Мы знаем вашу оценку обстановки, вашу и товарища Хрущева, приведшую к серьезной ошибке. Если бы мы сообщили стране о той катастрофе с потерей 20 дивизий, которую пережил Юго-Западный фронт, то с вами поступили бы очень круто. Предупреждаю вас об ответственности. 22 июня 1942 года, точно согласно срока захваченного приказа, немецкая группа армий «Юг» начала атаки на своем правом фланге. Мой фюрер, день и ночь не стихая идут тяжелые бои. Тяжелые бои? Это хорошо. Значит, маскировка сработала. Русские ждали наше наступление и подтянули сюда резервы. Теперь, господа, наступает время операции Блау. Мы начнем ее 28 июня. Двадцать восьмого июня 1942 года
Вермахт нанес свой главный удар на левом фланге Южного фронта. Тот самый, в глубокой тайне подготовленный план Блау. В сражении с обеих сторон действовало свыше 2 миллионов солдат, более 2000 танков, 2000 самолетов. Советские войска с тяжелыми боями отступали к Сталинграду. Ты что приехал? Я приехал на свою прежнюю должность. Члена военного совета Юго-Западного фронта. Юго-Западный фронт расформирован. Вместо него создан Сталинградский. Я назначен членом военного совета. Вместо тебя. Тут, наверное, сыграло то, что ты был в окружении. Да, я был в окружении. И вывел много войск. И ты это знаешь. А окружение, между прочим, могло бы и не быть. Если бы правильно оценили обстановку, а то прямо в осиное гнездо ударили. Все ждали удара немца на Москву, а он нас опять обманул. В какой это уже раз? Как ты смеешь так говорить? Ты же комиссар. Верховный принимает все решения. Не тебе их обсуждать. Немцы взяли Нижнечирскую. Чирскую взяли? Как будем докладывать? Я окунулся. Давай. УВЧ, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Сталин. Положение тяжелое, товарищ Сталин. Противник превосходящими силами продолжает развивать наступление. Однако основная цель противника – окружить и уничтожить войска фронта западнее Дона не достигнуто. Наши войска отходят по рубежам. Каким рубежам? Драпаете, отдаете территорию и население. И пытаетесь это выдать за высокое военное искусство? Где Тимошенко? Тимошенко? Он купается. Где? В реке. Передайте Тимошенко, что он отстранен от командования Сталинградским фронтом. Приказ, который мы сегодня должны принять. Какой номер, товарищ Щербаков?
227, товарищ Сталин. Пишите. Враг бросает на фронт все новые силы. И не считаясь с потерями, лезет вперед. А некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток. Территория советского государства – это не пустыня. Отступать дальше – значит загубить нашу родину. Надо написать. Все командующие армиями, командиры корпусов и дивизий, допустившие самовольный отход войск, будут отданы под суд военного трибунала. Вести заградотряды из состава войск НКВД с пулеметами. Все бегущие с поля боя, паникеры и трусы, должны расстреливаться на месте. Президиум Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленную в боях на фронте Великой Отечественной войны, награждает орденом Красного Знамени капитана Рубена Руиса Ибаруди. Капитан Рубен Руис Ибарури – испанец, сын генерального секретаря Коммунистической партии Испании Долорес Ибарури. Мы также пригласили ее сегодня, чтобы она присутствовала при награждении своего храброго сына, интернационалиста, который сражается за свободу советского народа. Прошу вас. Я поздравляю вас с сыном-героем. Но мы еще поживем. За жизнь. Простите, если это не военная тайна, вы пехотинец? Да, ведь пехотинец. Это самая мужская из всех профессий. Недаром ведь говорят, что пехота это царица полей. Авиация – королева неба, артиллерия – бог войны. Все эти сравнения генералы придумывают. Так сказать, создают романтику. А по сути дела, все это пушечное мясо. Что за мрачные шутки, Леня? Ты что? Хочешь всем настроение испортить? Да? А хотите, я спою песню? Хорошую, испанскую. Настоящую, испанскую. Мы пели ее в нашей деревне. Canto a la tierra donde nací. Soy ese grito de libertad, como el poeta con su canción, dándole al mundo su inspiración. ¿Dónde te escondes? ¿En dónde estás? ¿Cuál es tu nombre y a dónde vas? Miles de almas se han ido ya por el mundo gritar de guía y libertad. ¡Ole!
Смотри, как ходит. А хотели чикнуть? Хирурги этого очень любят. Как это ты убедил их? У меня был аргумент. Вот он, самый главный. А ну, покажи. Разведчики подарили. Вальтер. Муху бьет с 30 метров. Так. Ну, пойдем стрельнем. Ни разу из Вальтера не стрелял. А что? Пойдем жахнем. Пойдем. Смотри. Снайперский выстрел. Вот так. Обстреляй меня. Мне для смелости надо. Я на фронт еду. Не надо, ребята. Ты что, испугался? Стреляй, не бойся. Ну что вы, как маленькие. А я и не боюсь. Мальчики, что вы делаете? Это был несчастный случай, товарищ Сталин. По молодости и глупости. Наказание, конечно, должно быть. Но все-таки это сын Хрущева, члена военного совета Сталинградского фронта. Отдать военный трибунал. Может быть, отложить приговор до конца Сталинградской битвы? Прибыл генерал-полковник Еременко. Пусть войдет. Прошу. Минуточку. Оставьте свою палочку и проходите. Генерал-полковник Еременко прибыл по вашим приказаниям. Значит, считаете, что поправились? Так точно, подлечился. Так, так. А когда ходит, прихрамывает. Прошу не беспокоиться, у меня все в порядке. Кости срослись отлично. Что ж, будем считать, что товарищ Еременко возвратился в строй. Перейдем к делу. Говорят, Первую империалистическую войну вы в штыковой атаке закололи 22 человека. 22 солдата противника, товарищ Сталин. И рука не дрогнула. Нет, товарищ Сталин. Это хорошо. Жестокость – нужное качество для командующего фронта. Под Сталинградом сложилась тяжелая обстановка. Нужны срочные меры по укреплению этого ответственного участка фронта. Мы хотим это поручить вам. Как вы на это смотрите? Готов нести службу там, куда сочтете необходимым послать. Не теряйте время. Поезжайте в генеральный штаб, ознакомьтесь с положением на Сталинградском фронте и рассчитывайте свою работу так, чтобы завтра вылететь в Сталинград. Слушаюсь. Разрешите идти? Идите. Ух. Ой. Возьмите вашу палочку. А насчет сына Хрущева? Пусть его разжалуют в рядовые и пошлют на фронт. Слушаюсь.
Ну, я на автобус, если он еще ходит. К отцу собираешься заехать? Нет. Ты не дури. Он будет рад тебя видеть. Пока не верну старшего лейтенанта, не поеду. И не говори мне об этом. Ладно. Зайдем на минуту, попрощаемся. Идем, не думай. Пошли. Расстаемся мы теперь, но, милая, в нашей дороге наши встретиться должны. Разрешите присесть на 5 минут? Теперь, но, милая, в моей дороге наши встретиться должны. Только ничего не заказывайте. У меня все есть. За наших свидетелей. Свидетелей чего? Нашего брака. Мы только сейчас решили пожениться. Вот знакомьтесь, Вера, она и есть моя невеста. Очень приятно. А меня зовут Вася. Сейчас выпьем прямо в ЗАГС. Я, понимаете, родных у меня нет, вот и решил помочь Вере. Она сирота, оставлю ей денежный аттестат. Все-таки жене командира легче прожить в тылу. Это он так. Зачем ты все это придумал? Ты молодец, Вася. А нам не пришло в голову осчастливить каких-нибудь девушек. Ну что ж, за ваше будущее. Сказала. Мы случайно в столовую узнали, между прочим. Что вы в ЗАГС пошли? Ну, не сердись, Наденька. Угу. Вася надо на фронт. Мы только что познакомились. Будем знакомиться, девушки? Вы Наденька, я уже слышал. А вас зовут Люба. Да? А откуда вы знаете? Если есть Вера, вот она. Есть надежда рядом со мной, то должна быть и любовь. Обязательно. Закон теории вероятности. Вера, мы принесли тебе повестку. Всю нашу школу, всех девочек призывают в армию. Я знала, что так будет. Спасибо тебе, Вася. Я верю, что за эти 3 часа ты полюбил меня. Теперь не надо никакого денежного аттестата, глупый. Прощай. Я так счастлива. Ну, я тоже буду прощаться. Оставайся живым, Рубен. И ты тоже. Августа 1942 года в Москву прилетел премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Советское командование строило план своих летних операций в расчете на открытие Второго фронта в Европе в 1942 году.
Но отказ правительства Великобритании от создания в Европе второго фронта сильно осложнил положение Красной армии. Мы считаем, что сейчас наиболее благоприятные условия для открытия второго фронта. Почти все силы немецких войск, и при том лучшие силы, отвлечены на Восточный фронт. А в Европе осталась незначительная часть немецких войск, при том худшая. Мы вручаем вам меморандум по этому вопросу. I will respond. Я отвечу на этот меморандум в письменном виде. А насчет германских сил в Европе, то их вполне достаточно, чтобы отбить десанты союзных войск. Это большой риск. Руководитель, который все время думает о потерях, не может выиграть войну. Британская армия не должна так сильно бояться немцев. Я возмущен таким обвинением и могу простить его только потому, что восхищаюсь героической борьбой Красной армии. Что же касается проблемы Второго фронта в Европе, то подготовка к осуществлению крупной операции по высадке в Северной Франции в 1943 году будет продолжаться. Дело не в том, какие слова произнес премьер-министр, а в том, что он продемонстрировал нам свою решимость и боевой дух. Как его зовут? Личный телохранитель британского премьера, командор Томпсон. Начальник охраны товарища Сталина. Переведи. Жизнь товарища Сталина очень дорога, и мы ее бережем, как зеницу ока. Как перевести зеницу ока? Одним словом скажи, что товарищ Сталин, наш гениальный вождь и учитель, при условиях происков германского фашизма, возможны всякие акции врагов народа, вплоть до покушения. Поэтому с нашей стороны нужна постоянная бдительность. Мне, как личному телохранителю мистера Черчилля, тоже приходится проявлять особую бдительность, тяжелая работа. Особенно весь день пробовать коньяк. История показывает, что многие государственные деятели были отравлены именно алкоголем. Но, несмотря на это, мистер Черчилль усиленно его потребляет. А я, откровенно признаюсь, коньяк не переношу. Нам тоже все приходится пробовать. Товарищ Сталин сначала пьет водку, потом разные грузинские вина. От смеси голова обалдевает. Как перевести «обалдевает»? А как ты можешь? Ну, человек становится идиотом. Валяй. Well, you know, his accent looks like a total idiot. Oh, I see. Эти все вина на стол товарища Сталина. Это все надо пробовать? Все, мы же не знаем, какие они будут пить. Давай работать, Томми. Что думает господин Сталин о возможности встречи между ним и президентом Соединенных Штатов? Она могла бы состояться как-нибудь зимой. А что касается места встречи, то ее можно было бы провести, например, в Исландии, в Рейкьявике. Я предлагаю выпить
за здоровье президента Рузвельта. Что здесь произошло? Вы же знаете, ваше превосходительство, Томми может выпить уйму вина и никогда не пьянеет. За это я его и ценю. Но на этот раз он переоценил свои возможности, соревнуясь с русскими коллегами. Августа немецкие ударные группировки форсировали Дон и создали плацдарм на его восточном берегу для наступления на Сталинград. Командующий 62-й армией генерал Лопатин, стремясь выбить немецкие войска с плацдарма, бросил в контратаку 35-ю гвардейскую стрелковую дивизию. На животах мозоли натрете. А ну, хватит прохлаждаться. Вставай! Вперед! Товарищ капитан, вы ранены? Заживет до свадьбы. Танки! Развернуть орудия! Разворачивайте пушки! Живей! Танки прошли мимо. Я повторяю, 100 немецких танков прошли мимо нас. Идут в Сталинград. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждет, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь. Пока не кончится война, нет надежды выйти замуж. Везет тебе, Верка. У тебя все-таки муж. Муж.
объелся груш. Дурочка. Она его даже не испробовала, какой он муж. Расписка одна в паспорте. А для меня он все равно самый лучший мужчина. Муж мой Вася. Девчата, приготовиться к бане! Девки, купаться! Ну, дверь полотенце не забудь! Стой! Привал! Привал! Идем. Может, не будем будить? Не буди. Идем искать начальство. Ага. Капитан Ибарури, комбат 35-й гвардейской дивизии. Командир 1077-го зенитно-артиллерийского полка, подполковник Герман. Вы знаете, товарищ подполковник, что немцам удалось переправиться через Дон, и через несколько часов они могут быть здесь? Нет. И штаба артиллерии никаких сообщений. Я видел беженцев. Но, думаю, нам не надо поддаваться панике. У меня в полку девушки. Где ваш запасной пункт дислокации? Мы должны отойти на северную окраину Сталинграда, прикрывать тракторный завод. Надо немедленно поднять полк. Я потороплю их в часовых. Сеньора, сеньора, все-таки идет Великая Отечественная война. А ну, отойди от боевой техники. Тише. А ну, отойди! Ух ты! Что только делает эмансипация. Мужчины, мы командиры! Тревога! Всем немедленно одеться! Мы не можем, мы мокрые! С нас же капает! И вы отвернитесь! Становись! Немедленно встать в строй! Здесь посторонние! Извините, товарищ капитан, мы не причесаны. Здравствуй, невеста. Девушки, всем необходимо быстро собираться. Постарайтесь быть храбрыми. Впереди бой. Есть вопросы? Товарищ подполковник, разрешите идти в бой в гражданских туфельках. Нам выдали ботинки 41 размера. Говорят, других не бывает. А я и моя подруга носим 33-й. Почти на 10 размеров меньше. Вот посмотрите. Ладно.
идите в бой в туфельках. Никита Сергеевич, вам известно положение на фронте. Немецкие танки в 1,5 километрах от города. Этого не может быть. Я только что из окна видел немецкие танки. Сделайте все необходимое, чтобы задержать немцев до подхода наших войск. Здравия желаю, товарищ подполковник. Здравствуй, Рубен. Успел развернуться? Успел. Мы тоже развернулись. Знаешь что? Давай покурим. Мы с девочками со своих позиций не уйдем. И мы тоже не отступим. Русская пехота стоит насмерть. Ну, я поехал. Разрешите проститься по-русски. Товарищ капитан, командир 12-го заградотряда старший лейтенант Савкин. Хочу поставить вас в известность, что я занимаю вон те высоты. Почему там, в тылу? Немедленно в первую линию. Не имею права. Согласно приказу номер 227, я обязан не допустить вашего отступления. Во всех отходящих я буду стрелять из пулеметов. Так, а пока убирайтесь отсюда. Вон! Собрали за сегодняшние сутки? 28. И 32 есть на учебном центре. Правда, учитывая те, которые не на ходу. Те, что не на ходу, можно использовать, отбуксировать и использовать как огневые точки. Хорошо. Механики-водители, я думаю, у вас найдутся. Наберем. Так.
А вам, отцы, воевать поздно. Идите к рабочим местам. Как это поздно? Чего это поздно? Воевать никогда не поздно, тем более, когда фрицы за горло схватят. Винтовки бы нам, вот тогда бы увидели, поздно или не поздно. Я оборонял Царицын от велогвардейцев, так что прошу записать мне в истребительный батальон. А я воевал на Балтике с немцами. Сколько вам лет? Ну, чё годы считать? Мы тебе еще фору такую дадим. Девчата, вы будущие матери. Я хочу, чтобы вы сохранили свои жизни. Идите к Волге, там лодки. Товарищ подполковник. Товарищ подполковник. Товарищ подполковник, не надо. Я приказываю, идите. Пошли. Не побегут! И три ночи вооруженные рабочие ополченцы, артиллеристы-зенитчики и моряки сражались с прорвавшимся к Сталинграду врагом и остановили его на северной окраине города. Спасибо, капитан Ибарори. Вы отстояли Сталинград. Гуров, напишите моей матери, чтоб не плакала. Хорошо, но ты еще поправишься. 4 сентября 1942 года погиб славный сын испанского народа, герой Советского Союза, капитан Рубен Ибарури. Товарищ Сталин, положение в Сталинграде тяжелое. Принимаются все меры, чтобы отстоять Сталинград. Но у городского руководства есть мнение о необходимости эвакуации населения за Волгу. Если начнется эвакуация или минирование заводов, то действия эти будут поняты как решение сдать Сталинград. Поэтому Государственный комитет обороны запрещает эвакуацию. Слушаюсь.
Враг бросил на Сталинград всю авиацию своего 4-го воздушного флота. В тот вечер город бомбили 600 самолетов. Снятая с кавказского направления 4-я немецкая танковая армия 10 сентября оттеснила наши части к окраинам Сталинграда и вышла к Волге, отрезав 62-ю армию. На юге от Сталинграда возникла серьезная опасность окружения. Нельзя выжидать, пока враг замкнет кольцо. Необходимо отвести войска. Нет! Отвод армии не разрешаю! Что? Прошу разрешить в целях сохранения сил армии отвести 3 дивизии левого фланга на средний оборонительный обвод. Самим уйти с Донского рубежа? А приказ 227, помнишь? Так вот, требую ликвидировать прорыв противника к Волге собственными силами. Все, понял? Вы знаете, что я видел сегодня? На Унтер-ден-Линден загородили новые развалины и на заборе сделали надпись «Ведутся строительные работы». Кто-то подписал большими буквами «Производитель работ Уинстон Черчилль». Вы сколько пробудете в Берлине? Завтра уеду в Гамбург, а там опять в море. Отец все караулит старушку Англию. Мы держим старушку крепко за горло. О втором фронте им пока нечего и думать. Они и не думают. Сейчас все решается под Сталинградом. А ты говорил, что русские могут предугадать наш удар на Сталинград. Я слишком поверил в их здравый смысл. Но, друзья, быстро к столу. Господин криминал-советник, машина, которую видели в районе, откуда велась радиопередача, стоит у дома Шульца Бойзена. В доме собралось много гостей. И если нужно установить за ними слежку, требуется подкрепление. Как полное имя? Харро Шульце Бойзен. Группа агентов сейчас выйдет. Продолжайте наблюдение. Затребуйте срочно досье на Харро Шульце Бойзена. Говорит криминал-советник Панцигер. Радиограмма, захваченная в Брюсселе, расшифрована? Расшифрована. Кому мог быть известен текст радиограммы? Я записываю. 3 лицам из Министерства военно-воздушного флота. Кому? Герингу, его заместителю генералу Ешонеку,
и офицеру службы Абвера Харру Шульце Бойзену. Как подписана радиограмма? Хору. Хору? Харру. Хору. Харру. В карточке значилось, что Харру Шульце Бойзен потомок знаменитого адмирала фон Тирпица, что ему протежирует сам рейхсмаршал Геринг. Но одновременно было написано, что 9 лет назад Шульце Бойзен был арестован по обвинению в антинацистской деятельности. Освободили его по распоряжению того же Геринга. Здесь было над чем призадуматься. Пойдем на риск. Харру Шульце Бойзена арестовали 30 августа в Министерстве военно-воздушного флота. Предупредить почти никого не удалось. Через несколько дней арестовали и других членов Красной Капеллы. Гитлер был на Украине в ставке под Винницей. Летнее наступление на Сталинград было в разгаре. И тем не менее, когда ему доложили об арестах, он бросил все дела и прилетел в Берлин. Аресты держать в тайне. Ни единого слова в печати или по радио. За разглашение любых материалов следствия может быть только одно наказание – смертная казнь. Мой фюрер, следствие заставит их говорить. Арестованных подвергать пыткам, даже если это приведет к их смерти. Генерал-лейтенант Чуйков. Здравствуй. Садись, Василий Иванович. Садись. Немцы решили любой ценой взять Сталинград. Но мы его фашистам не отдадим. Отступать больше нельзя и некуда. Отступление – это конец. Командарм 62-й армии Лопатин считает, что его армия город не удержит. Вместо того, чтобы стоять насмерть, умереть, но не пустить врага к Волге, он думает о том, как бы отвести части. Поэтому снят с командования. А тебя, Василий Иванович, мы вызвали за тем, чтобы предложить новую должность командующего 62-й армии. Положение в армии очень напряженное. Как вы, товарищ Чуйков, понимаете задачу? Что думаю? Думаю, будет порядок. Пусть сунутся, встретим, ядрит тык в бога душу. Пока я живой, ни одна фашистская курва у меня не пройдет. Задачу понял правильно, а? Я думаю, вопрос о назначении решен. Вот тебе моя рука, Василий Иванович. И пусть скорее отсохнут наши руки, чем мы сдадим Сталинград. Даже переступив наши трупы, противник не должен взять город. Ясно? Ясно. А? Ну ты громче можешь сказать, а? Что? Ну? Я Чуйков. Я Крылов. Что? Сколько у вас коробочек? Одна? В 6-й бригаде один танк остался. А у соседей как? Понятно. Две другие бригады совсем без танков. Третий слушает. Что, гвоздей не осталось? Все загнулись? Командир 87-й передает, людей нет. Один штаб остался. Где мои заместители? Ваши заместители по танкам, артиллерии, по инженерным войскам заболели и просят отправить их на восточный берег Волги.
Сразу все заболели? Да, все сразу. Раз заболели, пусть и катится. А, Кузьма Акимович! Вот и встретились. Ну, как дух? Высокий? Мы, конечно, духом не падаем. Но одного духа мало. Нужна пехота и танки. Да, когда-нибудь все будет. Василий Иванович, у нас генерала Лопатина сняли с командования армии. Не желая покидать Сталинграда без прямого приказа, Лопатин остался здесь. А командование фронтом забыло о нем. Где он? За перегородкой. Здорово. Я сдаю вам армию. Или то, что от нее осталось. Идет бесцельная борьба. Сталинграда вам не отстоять. Вы погибнете здесь. Или вас расстреляют за сдачу города. Уезжайте на восточный берег. Вы понимаете? Понимаю. Вы отдаете мне приказ? Да. Отдаю. Теперь я поеду. Враг решил любой ценой уничтожить нас. Со своей стороны, мы не должны только лишь обороняться. Мы обязаны контратаковать при каждом удобном случае. Помните, что Суворов говорил? Удивить значит победить. Будем контратаковать. Вырвать инициативу и запутать немцев. Попробуем удивить.